Поликлиника – сложный организм. В его структуре немало нюансов, которые подчас приводят к недоумению и раздражению пациентов. Но при эффективной системе, а вернее пациентоориентированной среде, таких проблем быть не должно. Пациенты – это мы с вами, это общество. И общество наше меняется. Пациент, он хочет получить не просто качественную, доступную медицинскую помощь, он хочет получить еще, ко всему прочему, ее быстро, комфортно, технологично, с доброжелательным отношением персонала к его проблеме. Здесь, в 5-й поликлинике, вы можете оставить свое сообщение сразу после приема. Предположим, мы с вами хотели бы оценить эффективность работы конкретного врача. Ну, давайте возьмем кого-то из терапевтов, ну, вот, допустим, Любовь Сергеевну Баранову. У нас появляется диалоговое окно, где мы можем оценить ее эффективность по 5-бальной шкале. Предположим, мы поставим ей 5 баллов. Плюс ко всему, есть еще функция отправить личное сообщение главному врачу. То есть при нажатии на это окошко появляется сенсорная клавиатура, и пациент может написать информацию для главного врача. Вся информация поступает в аналитическую систему. По результатам аналитики выстраиваются рейтинги, рассматриваются предложения по улучшению работы. Здесь можно сформулировать любые предложения, пожелания по улучшению качества работы. Это только начало большого проекта, и насколько он будет эффективен, покажет обратная связь с пациентами. Она нужна, но главное, на что здесь стоит обратить внимание, чтобы это не было, так скажем, в пустоту, чтобы, исходя из того, как граждане оценивают врача, можно было сделать какие-то выводы, как и поощрить врача за хороший прием, так и провести какие-то, принять меры в том случае, если поступает на него много жалоб. Пока это пилотный проект, но в перспективе такие устройства должны стать неотъемлемой частью работы всех поликлиник городского округа. Сергей Берзин, Денис Петров, 1-й Мытищинский.